Вы прибываете в Пусан. Так, и вновь мы играем опять за эхо. У нас такая возможность появилась в режиме почти без ограничений, где максимум только можно 4 одного и того же героя взять. Так, ну у нас связочка из двух игроков, это Звезда и Платинум. Они играют в связке Хил и Турбосвин, да, Хил и Танк, прекрасная связка. Плюс нас четверо дамагеров. Она говорит на английском, потому что еще озвучки на русском не завезли, скорее всего. Ну-ка. Лица нету, потом только появляется. Бух, еще стреляет как бы, да? Блин, здорово. Рада встрече. Shift можно взять хилочку, спасибо. Атака с воздуха у этого персонажа просто идеальная. Так, меня забрали этими сферами, негодяи, подлецы. Но я думаю, что наши успеют поинт взять. 3, 2, 1, 1. Давай, давай, свин. Родной. Ой, он один. Нас тут убили. Как она летает круто. Ай-яй-яй. Все, наши взяли поинт. Блин, тут за нее не знаю как-то даже летать. Ползать, и то, вернее, страшно, потому что тут враги-то везде с воздуха. С воздуха, ига, и турбосвин один. Зеркальный, что ли, сетап? Кстати, да, смотри, у них тоже турбосвин и Анна. Решили в таком же сыграть положение они. Но я сейчас немножечко проиграл. Меня подловили. Отдыхай. Ой, бабка, дрянь. Бабка дрянь просто. Так, ну 83 ультануло. Ой-ой-ой. Летим. Залет. Парень. Ой, заход. Не, не, не дайте взять, не дайте взять, ребята. Ребята. Все, я задефил. Красиво сыграли. Блин, какие же крутые способности у нее. Мне кажется, ее сильно понерфят. Потому что она очень сильный персонаж. Ей понерфят, как мне кажется. Но вот на скидку чисто. Либо урон от этих вот сфер, взрывы, да. Либо это. Затем, что ей понерфят перезарядку полета. Сейчас вот перезарядка сколько составляет? 6 секунд. Но мне кажется, сделают 7 или 8 секунд полет. Потому что полет уж очень много здесь делает. Решает тоже. Пять, четыре, три, два,
Ой. Надо было дожарить, а немножечко я не то сделал. Дрянь-то какая, а? Ну быстро убивает. Кто-то ливает, присоединяет. Джоли. Кто такой Джоли? Это он у нас? Нет, это не у нас. Поймали меня. Вот Занята наш очень вовремя ультанул прям. Когда он там уже убил двоих наших, но он ультанул. Ну ладно. На этом спасибо. Вдвоем, ну кто-нибудь задефьте, пожалуйста, поинт. Ой-ой-ой. А хилить-то будут кто-нибудь, не? Спасибо. Я не понял, сейчас меня то ли хилял Зен, то ли нет, но не знаю. Как-то не почувствовал. Ну, господи. А у меня, кстати, откадешил из способности. Я бы сейчас их забрал еще второй раз. Надо поинт брать. Ну, ульту я не стал, как бы, прожимать, потому что смысл какой. Хилучко. Ой, какая мне красиво прилетела вот эта штука его, а? Так, летим дальше. 90%. Ну, сейчас у нас поинт наш. Должны задефить, как бы. Все. Ну, я достаточно хорошо отыграл, и были моменты на ПТГ, но не знаю, дадут ли мне его или нет. Было бы прикольно. Да, дали еще раз. Круто.